ломают ветки, мешают их копать. Видишь как? Просто поднял ковш и колупнул его. Это перешли сюда. Вот он как обратно сложил. Техника. Поднял копытце. Все. Выходит, а там мужчина утаскивает его. Вот он на сеансе тоже. Поставили ящик, что ехать нельзя. Такая машина пойдет. Видно, что идет работа. А там те там копают, выкопал яму, сейчас оттуда заводить будут. Командует как. Это наша колоночка рядом. Вот он как сидит здесь. Разворачивается, и у него там внутри. А поднял машина какая. Там и там может сидеть. Он поворачивается, и здесь у него рычаги сзади. Там зовет. Вот он сейчас разворачивает и начнет яму копать. И в эту яму теперь замерили, чтобы не попали газовые трубы. На какой они? У него там написано 1,5 метра, значит, они берут на 2 метра. К примеру говорю. Я познакомился, они не препятствуют ничего там, я не мешаюсь под ногами у них. Договорились, шланги у меня ставить эти, трубы газовые. О, благослови его, Господи, мужчина какой, видишь, хорошо разбирается где. Бетон был, там он уже проскреб, видно, что ничего нету. Начинает копать яму. А, вываливает прямо рядом. Полиция проехала тут, посмотрела, что все нормально идет. Угу. Проломил остатки. Ты туда заворачивался, где маленько по асфальту захватил. Они все знают, у них карты, и по картам они смотрят, где какие подземные линии идут. Вот опять, видишь, куда она построила? Да? Опа! Ну тут концовка не так глубоко асфальта. А где, говоришь, кабель? Я с ними всеми познакомился, всем визиточки дал. Вот не знаю, удастся ли все заснять, как они проводят. Видишь, как медленно-медленно тянет. И он прямо глубже, это сказать, шире не надо. Лишь бы человеку спуститься. Видишь, как он, какие у него рычаги там. Сиденье поворачивает, с той стороны рычаги сразу. Хорошая машина. И мужики спокойные, тут почти не курят. И я подошел, при мне ни разу не ругались даже. Приятно с ними быть тут. Сейчас
Ну, копаем. До сих пор дойдет труба. Копать поворачивать будут, и там где-то еще копать. Конечно, как бы в деревне, это было бы проще. Вот и начальник их подошел. Он у меня был во дворе, понравилось все тут. Больше я тут не нужен. Потом я приду, это соединю другим. Сейчас я пойду, посмотрю там, что делают. Там тоже что-то делают. Они там от следующей улицы только отошли. Ну, видать, вот эти шланги-то. Ну, вообще, это много. Сколько тут кругов? Там два ряда. Ну, говорит, остатки останутся, у меня сохранить надо. Он что-то тут уже делает. А что делает? Бурит. Видимо, за собой шланг потащит. Вот это что-то. Вон она, какая машина у меня. Там вода появилась уже. Да им на 2 метра-то не надо. Газ, еще газ застынет, что ли. Горизонтально направленное бурение. Вот он его крутит. А это, видать, трубы, когда вот глубже делают, насаживают, так похоже. Может, я неправильно понял. Ну, когда вертикальную скважину делает. И вот отсюда ему надо туда. Вы не скажете, на сколько метров он может сразу брать в длину? Сразу? Да, колодец от колодца на каком расстоянии максимально могут быть? Колодцы, не знаю. Но... Ну, вот здесь вот он мерил вроде 60 метров, по-моему. Да, да, да. Я шагами мерил, он, видимо, знает. Надо же, как придумали. Начал жить там уже хорошо. Помоги, Господи. Ну что, люди работают, техника какая отличная. А за рубежом бегут из России, делать нечего. Все не так. Да посмотри, какая красота в городе, какой мост у нас. Какие здания. Я в Америке был, много смотрел это дело. Строят там так, на липочке, как говорят. А тут железобетонное все. Thank you.
Дальше он сам трубу, автоматически трубу за трубой насаживает и приворачивает ремень. Вот это да. Вот это техника. Вот эти трубы, вот дальше он и насадил, вот она идет дальше уже белая. А дальше там она внизу, только там как будто бы покрупнее. Может, неправильно, вода наполнила, тут обрушилась, а для него какая разница. Вот это здесь еще замеряют, видно, просвечивает глубину. Ну и там техника, я сейчас там был. Вот эта труба-то лежат у него вверху. Вот это вот. Они в ряд стоят. Четыре. Четыре. Раз, два, три, четыре. А рядов-то сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один. Ну, это 13. На 4 умножка. Да и так они длина-то их. Рулетки одеяло шевелят. Вот кто шевелится. Вода, земля. Вот работники. А то сейчас рулетки пропадают, блудники. Я стою почти рядом. Опускает следующая труба автоматически, он из кабины не вылазит, они насадку друг на друга и дальше гонит туда. Я никогда не видал такое. А вот рядом два каких стоят столба, это у него, видимо, все это гонит туда, жидкость, давление, за счет чего обороты делает такие. Я не знаю даже, как это назвать. Да это не русская компания, это Алтайпром, хотя пишут. Колеса, цветы садили, это все уже ушло. Thank you.
воду попадешь еще. Вот она где-то булькает, идет. Ну уже не видать. Все. Ну вовремя захватил. Посмотрели. Это вы снаружи прослеживаете, как труба идет. Ой-ой-ой. Ну, техника у вас. Вот такая вот петрушка. Вот мы сейчас опробуем. И он следит, как оно идет. Нет ли отклонения какого. Вот так вот, ну, конечно, в меньшем масштабе. Я думаю, следили же, едва-едва на полметра не сошлись под Ла-Маншем. С двух сторон копали. Под землей. Лазерный, там луч показывал. Ну, идет человек один впереди. Я насчитал 8 человек с начальником. Обслуживают это. Ой, машины. Я говорю, что я не видал таких раньше. Пойду смотреть с той стороны. Еще какая дела. Это наши здесь, ну, контейнеры для мусора. Вот два контейнера. И они тут на это не смотрят. Вот у него идет жижу, как-то пускает. Нет, у меня тебе подгон есть. Да. Пошли, подгоню. А что ты хочешь? Да нет, не надо. Примеряй, меня... примеряй. Да зачем же? О, как по тебе сшито. Ну это вообще, вообще, это не вообразить нельзя. Да что это, чего ради-то мне это? Мы работали в командировку, ездили. Да. А там бабушка жила одна. Да. У нее деда нету, а вещей осталось море. Она нам как надавала их. Надо. А мне куда? У меня есть. Ну интересно, прямо это вообще новое. Я не знаю, ну тебе пойдет. Ну, тебе еще да, носить, переносить. Да конечно. Ну спаси Христос. Да, нет. Аминь. Мало того, что не прогнали, так еще и наградили. Ты упадешь здесь. Упадешь, иди домой. Домой иди. Еще сидишь здесь. Пойдем домой. Домой, пошли. Пойдем. Подозвал меня и надел на меня какой китель-то. Ой-ой-ой. Я котенка взял, он ручной. Ко всем лезет, в яму-то упадет. Они даже могут и не заметить из кабинки его. Ты понимаешь, нет, что ты делаешь, а? Это от калиточки, давай-ка домой. Хоть и не наш, но все равно жалко тебя. Вот так. Пойдем, 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 пойдем. Его все рабочие погладили. Это надо же мне. Доходился первый раз за все время съемок. О, оценили, как мой труд. Ну ладно. Что тут такое? Посмотреть хотя бы. О, с воротником, с погоном. А тут у меня подполковничьи погоны есть. Кому-то надо подарить, может быть. А тут голуби у меня. Я пойду туда дальше. Что там дальше они копают? Подтаяло. Ну как подтаяло? Благо просто. А может там и снег в прошлый раз был, оставался. Вот это да, дослужился. Не стой Брежнева. Подолили кортик ему, он аж прыгнул, говорят. И говорит, дослужился. Так и я. Вот надо же. Не суди о том, чего не знаешь, то плетется по дороге нищий. Ты по нему от жалости рыдаешь.
Добрый день. Он же прячет нож за голенищем. Вот так. Они тянут куда-то на Чехова. Ну, осторожно, осторожно, мужчина. Так. Я даже не видел. Ну, спасибо понятно. Вам. Слава Христу. Я жизнь спасли. Да. Спасибо. Я подошел к ним сейчас, снимаю. Они мне новую тужурку подарили. На меня надели и все. Новый удивительный. Они под землей тянут, под землей тянут. Вот эти вот трубы под землей тянут. Копать не будут траншею. Такая техника удивительная, немецкая что ли. Правда? А зачем? Газ. Газ проводить туда где-то на Чехова. А-а-а. И вот они оттуда, вот отсюда, сейчас труба пройдет там. Там ее вытащат, они уже замерили. А-а-а. Где корни, камни, она все прокручивает. Там такая техника, я посмотрел, страшно. Ой, да вы что? Да, вон, подойди, ну, близко не подходи. Они выкопали яму, и туда сейчас булькает только, идет труба. Трубы гонят, трубу на трубу насаживают, и дальше идет и идет. Вообще техника чудесная. Вот здесь все замерили, по плану посмотрели, чтобы газ не попал. Ага. Вон они копают. Сколько глубже. Тут, конечно, попадают старые кирпичи. А там что-то внутри, какая-то железяка. А может, труба. О, как глубоко. А то оттуда сейчас так попал бы и не вылез. Человек повернулся в сиденье, у него там рычаги. Вот интересно, шикарно как. Вот замеривай сколько. И сколько же глубина? 2 метра. 2 метра. Ой-ой-ой. 2 метра. Видимо, дальше надо прорыть, чтобы тот попал. А почему здесь? Здесь вытащивают, а потом там поворот делают. На улицу Чехова, сказали, тянут. Ну что, все?